Фига, это же, блин. I used to play with dragonflies all the time as a kid. Ты же стрекоза, робот. Я обычно их давил. They evolved some simple sensors to help them sniff out energy sources. They're pretty basic, but for our purposes, they'll do the trick. А, такой довольный тип. Keep still. There. It's now set up to send a live relay to your headband. It has a camera setting and a sensor setting. So? Try it out. Follow me. Что-то как-то надо понастраиваем, что-то сделал со стрекозой, с нашей диадемой. Видно, теперь мы сможем видеть эти мины. Так что заминирован. Ого, нифига себе. You should be able to see the mines on your headband display. What do you think? It's pretty cool, huh? Yeah. Yeah, it's pretty cool. Can you take me through the mines? I can't see where they are. Да и хрен с тобой. Ну ладно. Вау, погнали что ли? Как-нибудь. Офигеть, сука. Так, мимо не проходим, собираем. Обязательно. Это обязательно. Так. Так, ну... О, там что-то есть. Точно. Супер, на 70... На 70 их даже уже прошло. Так, не подорваться бы, главное. Подождали. Да, уровень, смотри, какой-то большой. Первый вообще короткий был. That was easy. Ты так думаешь? Ого-го-го! Wait a minute, something's not right here. Maybe you should do another scan. We got a problem. There are mines everywhere. Let's head for that building. Ладно, продолжаем свой путь. Офигеть, сколько здесь мин. Это просто ужас. Так, идем отсюда. Ладно, куда деваться? И там, и тут поинт, я смотрю, везде они тут. Попробуем все собрать. Не оставлять же их просто так вот. И сюда. Ладно, подождет. Так, а машину нельзя столкнуть? Нет, нельзя. Так. О,
сколько тут коин. Офигеть. Им прям настоящая клоакомычка. Ладно, все, возвращаемся к ней. Надо, короче, перевести от этого места. Так. Воу-воу-воу-воу-воу. Так, я вернулся. Ты скучала? Ну пошли. Так. Throw me up to that ledge. I'll look for a way through. Так, как тебя туда протащить-то? По машинам, что ли? Так, подбросить тебя наверх. Up there. Давай, раз. I can get across up here. Okay. I'll find another way. Ладно, найдем другой путь. Так. Через... А, вот, все, вижу. С машинам, короче. Watch out! О, откуда ты взял? Был да сплыл, бедняга. Да нормально. Тебя добраться, вот в чем вопрос. Ой, офигеть. Фу, я думал, все, хана. А, вот там сюда теперь, я так понимаю. Да, могу сейчас, подожди, ё-моё. I need some help here. А что это такое было? Далеко отходить я нельзя, что ли? Все, стой здесь. Я соберу там. Так. И? Куда, что ли, тебя? Давай. А, начинается, ты сейчас... Thanks. That was too close. Еще бы чуть-чуть, ты иди сюда, блин. Еще бы чуть-чуть. Так. Куда нам теперь-то? Вообще понятия не имею. There's a sentry turret over there. We won't be able to get past. I'm gonna scan. I'm detecting a structural weakness. If you could get close, you might be able to knock that down and crush it. Так, поближе. Ого-го-го, стоп-стоп-стоп. Зашлась. I could use my decoy to distract it. Так, куда можно пройти? Да, что ли? Наверх, наверх. It's running out. Be careful. Так, ну хорош. Okay, fully charged. Так. Нам наверх. I need another scan. Looks like you might be able to sneak past them. Ладно, тихую, но мы тихую не пойдем, мы сейчас просто их начинаем по очереди. Все. По мне, ребят.
Так. Еще эти, да? Сюда идем. Давай, давай. А, все что ли? Ну ладно. Не проблема. Вот так вот, а? Нравится, нет? Так. Все, теперь моя очередь. Вот так вот. Хорошо. Все, да, с этими разобрались. Так, ничего здесь нету. Все, быстрее идем дальше. Аптечечка. Ладно. Так, теперь нам сюда. They spotted me, but I'm through. Конечно, я тебя заметил. Сам же им дал заметить. Ладно. Смотрим, что здесь у нас есть. Так, можно прятаться. Так, вперед. Отвлекай своих. А так и сюда. Ага, и после был, короче. Бежим, бежим, бежим. Так, стоп. Hey, come back. I can't get past until you've cleared the way for me. Так, понял тебя? Короче, так. Сюда вам надо. Okay, made it. Plasma cells. Ага, нифига себе, можем стрелять. Хо-хо-хо. Отлично. А, что-нибудь, что сделать? Кем? Зайдем, брат, пацаны. Да, вы здесь будете бить со мной же. Так, все, супер. Так, вроде справились. If you want to make life easier for me, why don't you go ahead and take this thing off? Это точно. Ну, ладно, продолжаем. Аптечечку. Так. Чуть не нарвались. Потихоньку, потихоньку. Да-да-да, вот так. Все, поинты с... Поинты собрали, можно отсюда уходить. Так, куда она делась? Наверх ушла. Так, я напомню, что тут поднять надо. Да. Это точно. If we're gonna be traveling together, maybe we should exchange names. Что может быть? But I often get called Trip. I mean, pretty much always. People call me Trip. How about you? I don't have a name. You must. Everyone has a name. Not everyone. Well, what did your parents call you? They were killed in a mech attack when I was a kid. I grew up in the wilds, alone. Well. What do other people call you then? Monkey.
In the community, Trager. Some of them call me Monkey. If you want to give me a name, you can use that. Okay. Monkey. Нормально, что Monkey. Главное, что мы справляемся, у нас все получается. Это самое главное. Get down before that turret sees us. Scanning. I don't think we can get through here. Wait. I'm detecting a fuel source. A fuel cell? No. This is from the old days. It's in that container. Looks like it's petroleum. You know, Monkey, if you could actually get up to that turret, you can take control of it. К ней подобраться, ладно. Пускай ее. Куда ты лупишь? Что, перезаряжать, что ли? Окей, fully charged. Так, мы наверху. А вот и она. Отлично. А с той турели так нельзя было сделать? О. Офигеть! Круто! I'm detecting mechs. Lots of them. They're coming straight towards me. А где они? Я не вижу их. А теперь вижу. Отлично. They're coming from everywhere. А, повсюду ты где? Не вижу повсюду. Стой, гад. Ну давай убираться отсюда. Хорошо. Так, я готов. Так, куда идти-то? А, вон туда. Хотя, наверное, можно было и обратно. А, той же дорогой, наверное. Hey, wait up. I've got an idea. I think I can upgrade your equipment. А, снаряжение? Во! Вот для чего нам нужны вот эти поинты. Сейчас мы их всех соберем. И будет супер. Ох, нифига прыгнул. У нас 131 тысяча, офигеть, да-да. Насобирали. Так. А, во. Короче, щит есть у нас, посох, здоровье и бой. Давайте щит. Щит, видите, как у нас часто пробивает.
Так, что у нас есть? Уменьшает время подзарядки щита. Увеличит количество попаданий. А вот это возьмем. И вот это возьмем. Давайте глянем здоровье. Увеличит полное здоровье манки. Здоровье манки всегда будет восстанавливаться до конца. Во. Так, щитом чуть можем еще? Нет, да? А, давайте. О, бой! Что с боем можем? А, давайте, почему нет? Такой же противники светится красным, блокирующий синим, а уязвимый желтым. О, вот это супер, это будет класс. Когда блок ставит, когда уклоняться, когда что. Так. Подожди, а еще что-нибудь можем? Посох, например. Увеличение увеличивает максимальный запас боеприпасов, который манки может нести. Скорострельность оружия и скорострельность оружия. Давайте боеприпасы. Будем собирать, копить, пригодятся. Так, все, прокачались мы. Так, ты перепрыгнул. Три перепрыгнул сама. А, не можешь, блин, я перебросить надо, да? Ну ладно. Давай, опа. Отлично, видите, у нас считывается, здоровье поднялось много. И вообще стало лучше. Так, вниз что ли? Ладно. Так, а куда? Я не покидаю тебя, блин. О, сколько тут очков. Чё, аквариум такой? Офигеть! Yeah. Сколько лет им, они до сих пор живут тут? Чего они питались? Makes perfect sense. The sunlight feeds the plants oxygenate the water, the small fish eat the algae, the big fish eat the small fish. It's a closed ecosystem, just like my home. My father designed our community to work in exactly the same way, so that we'd never have to leave the outer compound walls. We grow our own food, condense our own water, create our own energy. We have everything. Except the future. What do you mean? Well, I've seen it all before. Scattered tribes coming together under one visionary leader. It's never long before they attract the attention of the slavers, which obviously has already happened. It was just one slave ship. Only caught a handful of us. Think more won't follow. If these fish can survive for 200 years against all the odds, so can we. Это правильное слово. Ого. Блин, как же так, аквариум сломал, гад. Фига себе, вот это дурило. Вау, 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 вау. Ну его нафиг. У меня нет таких перчаток у него, блин. Так, не понял, как что ли, все, отстань. Я так не играю. Так, вот, заряды. Нравится? Да. Че он там отдыхает, что ли? Еще один залп. Блин, отражает. Так вот тебе. Давай, давай.
Ого. И что дальше-то? Раз, это. It's working, do it again. Что ж ты, что ты? Use it to your advantage. Давай сюда, Грилла. Все, я понял, понял. Давай, сюда, напрямую. Молодец. Отлично. Все, отдыхает. Рыбу жалко только. Хороший был аквариум. Hey, Trip. Я думаю, мы на этом закончим серию. С вами был Петр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Увидимся в следующей серии. Всем всего хорошего. Удачи. Пока.